всем зрителям канала Мылоопт. Это распаковка посылки. Я заказала килограмм каустической соды для изготовления мыла с нуля, глицерин также для мыла, бутылочки Элит по 50 мл, я их всегда беру, и такие вот бутылочки тоже по 10 мл, они идут с пипеткой и крышечка закрывается с таким индикатором открытия. Дальше взяла отдушки для мыла с нуля специально, вот арбузный фреш, малина, сладкая малина. Вот эти две малиновые я не знаю насчет мыла с нуля, все остальные написано подходят 100%. Больше мне понравилась малина по запаху производства Россия. Производство США такой более тяжелый запах, но тоже малиновый. Я думаю, хороший будет в косметике. Кокосовый джаз для мыла с нуля, отдушка. Клубничная. Клубничный сок. Вишневые уста. И лимонный манука. Все запахи мне понравились. Они достаточно сильные, сладкие. Буду пробовать. Я думаю, что будут отлично в мыле. Спасибо всем за просмотр. Всем хороших покупок. И до новых встреч.